Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова вместе с начальником территориального отдела Бутовский Сабиной Кучемко встретились с персоналом врачебной амбулатории «Южная», которая находится в рабочем поселке Дрожжино. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выездная администрация». Татьяна Юрьевна и Сабина Сафаровна ответили на вопросы, которые касаются здравоохранения. Кроме того, уделили внимание зарплате всех работников поликлиники. Встреча прошла на положительном, то есть на вопросы отвечали корректно, записали для себя. Такое общение руководства муниципалитета с гражданами – одно из приоритетных направлений работы. Оно помогает эффективно решать проблемы. Все обращения персонала медучреждения взяты на контроль. Мы работаем и на самом деле изо всех сил стараемся, поэтому и... Я, в общем-то, и сегодня вот здесь с вами только для того, чтобы вы увидели и понимали. Очень дорожит вами администрация. На самом деле мы вас очень любим. И если у вас есть личные пожелания, какие-то с чем-то несогласия, все принимается, будем стараться устранить, поправить и сделать. Нам дорог каждый врач, каждый медицинский работник, каждая медсестра. Сотрудники медицинского учреждения остались довольны встречей. Конечно, выражаем огромную благодарность администрации и отдельно Ленинскому городскому округу за то, что они все-таки помогают нам в решении наших вопросов, всегда отзываются на наши проблемы. Большое спасибо. Также в администрации округа Татьяна Квасникова курирует вопросы социального блока – образование, спорт, молодежную политику и культуру. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».